Разработана стратегия развития Одинцовского района на ближайшие годы. В рамках проекта планируется создать кластер, который будет состоять из 3 модулей – медицина, рекреация и здоровый город. Эти направления позволят сделать территорию инвестиционно привлекательной, что существенно пополнит доходную часть бюджета муниципалитета. Основная наша задача в работе с инвесторами по медицине и по рекреации, по тематическим паркам – это создать условия, чтобы инвестор развивал свой проект, а потом в дальнейшем, когда появятся рабочие места, когда появятся налоги на землю, на имущество, на прибыль, соответственно, пополнять доходную часть бюджета за счет этих поступлений и эти деньги опять же потом тратить на социальные нужды. Главный архитектор района презентовал проект, который позволит скорректировать образовавшуюся асимметрию социально-экономического развития территории муниципалитета. Будут открыты дополнительные рабочие места. Точки притяжения привлекут в Одинцовский район туристов, причем создатели стратегии планируют привлекать посетителей экологическим туризмом, развитой инфраструктурой, и все это в шаговой доступности от столицы. Не нужно тратить время на дорогу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Достаточно будет приехать на курорты в Одинцовский район, который по праву считается экологическим каркасом Подмосковья. Климатический парк – это курорт, который имитирует тропики. Его аналог существует. Можно следующий слайд, пожалуйста? Вот как это выглядит под Берлином. Это большая открытая территория. В нашем случае это будет в несколько раз больше – 90 тысяч квадратных метров. Морских развлечений, настоящий тропический остров, тропики, лианы, пальмы и всевозможные инфраструктурные объекты, как спортивного направления, так и рекреационного. Инвестиционный проект «Здоровый город» планируется построить на территории Ершовского поселения. Концепция этого модуля заключается в совершенно новом отношении к строительству. Жилой массив, спортивная инфраструктура, безбарьерная среда, правильное питание и экология – все эти компоненты будут определяющими в создании комплекса. 50% зданий этого населенного пункта, они имеют общественную функцию. Они предлагают досуг, они предлагают образ жизни, который нацелен на то, что у людей есть места, где можно, скажем так, поддерживать здоровье, можно лечиться, можно проводить досуг с единомышленниками. Очень большая часть содержит инфраструктуру для детей. А также неотъемлемой частью являются экспериментальные площадки для выращивания продукции чистой экологии, то есть чистые продукты. По каждому из проектов существуют сроки, этапность реализации, экономическое обоснование эффективности строительства и последующая эксплуатация объектов. И исходя из анализа миграционных потоков, мы, соответственно, эту концепцию уже окончательно доработали. Также пойдем сейчас к Андрею Юрьевичу, а потом, надеюсь, в следующем году запустим уже непосредственную работу. Стратегия развития Одинцовского района сейчас активно обсуждается главами поселения и инициативными жителями. Более того, Андрей Иванов подчеркнул, что это только вершина айсберга. На создании 3 проектов концепция не ограничится. После согласования предложенного развития муниципалитета в правительстве Московской области работа по данным направлениям будет продолжена. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».